раненого Пушай, негра. А ты сможешь зачитать рэпачок, если мы тебе наиграем? А я... Мне нужно подготовиться. Давай. Всем это привет! С вами Тригопана! Рэкар, ты не ок, и рэп твое говно. Я хоть и белый, читаю давно. Когда услышал твой, рэп чуть блюванул. Лучше ты иди, пока не тупанул. Йо, йо, йо. Пожалуйста. Зачем? Все, погнали. Короче, с вами Тригопника. Это было очень круто. Вот то же самое произошло, когда Эминем участвовал в своем первом. Да, ему сказали, твой рэп говно. Черного. Ну такой. И черный такой. Понял. Просто. Кстати, нам надо будет дефт сейчас. Дефт. На любому, точно будет очень. На! На! Вентилятор, бей вентилятор. Пытаюсь. Не промазал. Я даже слома попасть не могу ни в кого. Так, нам нужно пушки найти, во-первых. Очередная хардкорная миссия. Пацаны, надо разделиться, короче, по три края. Этот угол мой. Пожарный вход, выход охраняет. Как будто вас наказали. Этот так, угол я сейчас мой. Положу вот сюда мину. Вторую мину я положу вот сюда. Я сейчас буду все укрытия строить. Жопа, ноги, голова. Это тактика моя. О, пока ребята не видят эту броньку себе. Наберу. Что ты там сказал, ребята не видят? Да ничего, ничего. Я уже немножко взял. Надо сосна. Все, пацаны, начали атаку. А чё, кто, где, откуда? Где? Я попал! Откуда? Я их не дважды вижу. Дважды попал. Где они? Дабл шот. А чё, патрон кончился? Пацаны, там... Справа! А, с других сторон не идут. Здание справа! Откройте. Справа! Да я прям это. А чё ты не полетел, ты не бил ты? Чёрт, мое укрытие начали ломать. Меня бьют. Нормально, начинаю стрелять. Давно пора. А все те 10 серий ты не начинал? Ну блин, вот и все. Я сказал и начал промахиваться. Шо? Деваю. А, я умер, пацаны. Я азиат скончался, азиат устроил харакири. Ты куда смотришь? Вообще-то там тоже иду. По-любому надо с Алекс сидеть, короче. А? Да все будет хорошо. Убил. Убил. Ого, где я появился, пацаны? Где? В доме. Да сука. Надо вот так делать. А, птичка. Броничка. Я умер. Я держался до последнего. Течи меня. Что наш отряд умирает. Забились в угол, как... Да ты посмотри на мое здоровье. О, господи. А, ну ты нормально, ты прячешься, все правильно. Мы же мертвы? Нет? Нет, кончится, да? Ну это философский вопрос. Можно ли считать, что мы мертвы? Кстати, эй! Вот здесь... А, ну меня застрелили. Гражданин. Так, она сказала, что у меня еще щит готов, это что значит? Значит, ГГ. Блин, теперь ГГ. Я не попадаю, все. Фак. ГГ. Я, короче, когда сижу на картах, попадаю, когда хожу, не попадаю. Видишь, как тебе помогает твоя гопниковская судьба. Ааа, я убит в сраку. Сейчас ты тоже будешь убит. Уйди, их много. Уходи. Понял. Уходи. Я пытался. Да, прямо, давай, вали. Хрен с ней, Сарик, пускай сдохнет, там мы не готовы нести такую жертву ради нее. Мужчины. В конце концов, она шлюха, которая нас всех бросит, и мы будем все одни. Ауди. Сука, патроны кончились. Не для того, чтобы воевать. Расскажи всем. Рука. Нажмите таб, господа. Видите? И чё? Видите, кто бесстрашный? Видите, это кто-то... ненадолго. Надолго. Ну, я как бы вообще там разруливаю тележку, так что не надо тут. Какую тележку? Ты о чём? Тележку. Видишь, как я хорошо справляюсь. Теперь я больше всех умираю.
Меньше всех убиваю, больше всех умираю. Ты уйди, собака такая. Да блин. Зашибись. А чё случилось? Конечно. Все здание обкудал наш, всю комнату. Привет. 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 Так, патроны кончились. Только не это. Защита снята. Живи там трое, четверо, эпизод. Прячься, уходи, уходи, уходи. Подожди, уходи. Я попал ему в глаз. Да уходи. Да уходи. Когда тебе говорят уходи. Я пытался. Ну, такой руки приложил такой на себя. Наложил на себя. Бей по ядру из грави пушки. Какое ядро? Какое ядро? Ты чё? Не неси. Дядя, что? Дядя, ты что? Я не понял, мы не с самого начала? Я умер. Им не хватает одного патрона в голову. Все хватает. Хватает, хватает. Только что попал. Просто их они берут. Попал. Значит, в плечо попал или вскользь пуля прошла. Бросай. Если ты ему выстрелил сквозь ухо, это не значит, что он еще умер. Бросай. Ты еще бросай. Они не идут за мной. Да бросай. Машина. Ёпта. О, она вылетела, отлично. Я тоже так хочу. А. Я пытался зайти с тыла. Ничего не вышло. Наши штучки смогли. Нам какое-то по ядру нужно долбануть. Элитные. Давайте, грави пушку. А, я понял, там нужно, короче, шняшку достать. А, мы все умерли. Вообще-то нет. Да. А что, все? Да. Все. Ёп. Там какая-то штучка. Короче, револьвер здесь не работает. Работает. Ты просто не умеешь. Как? Как и кто меня убил? У меня было 50 здоровья. Как так? Хватайте грави пушку и в стену кидайте, пацаны. Вентилятор только так дохнул. Быстро. Кидай их убиваю. Стену. Да, кидай грави пушку в стену. Вот, заходи сюда. Мама. Такие дуэли. Пацаны, нам надо сейчас рывком пробежать, наверное. Раз, я буду первым. Два, три. Конечно. Слева лучше бежать. Я умер прямо у этой штуки. Мы все умерли. Мы-то вырежем. Мы поздно побежали, там еще защита не была снята. Надо еще подождать. Слушай, когда мы заново спавнимся, мы все заново проходим? Нет, видишь, мы тут в помещении начинаем, и они тут уже штурмуют. Да уйди ты! А, господи, это свой? Очень мало патронов дают. А нет, убивают с первого выстрела. Я не знаю, странно. Видимо, в глаз нельзя попадать, надо в лоб. Ты попадаешь в глаз? Убери свой там шкаф. На балкончике что-то? Не-не-не, все нормально. Убери свой шкаф. Все под контролем, пацаны. Ставь. Все не под контролем, все пошло не по плану. Я плохо рассчитал. Там их много. Сука! Защита снята. Сейчас, Гордон. Короче, появляемся и топим. Там элитные два. Нет, нет. Сашок все испортил. Зачем он побежал? Сашок, ну в смысле, топим? Так надо было там, я говорил, как появимся, топим. Кажется, дождь начинается. Я-то появился. Ты не исчезал? А, это свой. Эй! Ну, перезаряжайся, шо. Шо, метров пять, говорит. Я понял, кстати, знаете, почему я не могу убить частенько в голову? Потому что я попадаю, видимо, в вас. В натуре. Фиг знает. Граната, граната, бежать. Вот так. Вот так вот. Так вот. Такие все замерли. Потому что все напряжены. Да. Все вспотели. У меня один хп. Нихера он зашел. Всех разобрали. Два элитника зашли просто такие, раскидали всех. Такие, о, да вы не очень. Такой, стоп, ты не проходишь. Фейс-контроль. Одного прикладом убили, второго... Ай.
Знаете, что я придумал? Смотрите. Я думаю, нам надо сразу туда. Граната! Больно, да? Аллах, бабах. Так все будет. А, нет, это херовая идея. Не знаю, нам надо как-то прорваться с вами, пацаны. Они бесконечные, да? Что такое? Ты что сделал? Мина. А как мне здесь пройти? Да, она отошел уже заранее. На, вот она хорошо как работает. Меня заперли. Тут подойдите. Еще одна мина. Ты не поставил? Не поставил. Ах, Стива. Это если эти ублюдки. Дура глупая. Все, сдохла баба. Отряда больше нет. Защита не та, там два элитных, там два элиты. А, идут. Сука, арбалет, давай свишь, ты арбалет. Спокойно. Ого, ого, ого. Я думаю, пора бежать. Нет, не пора бежать, не бежать. Зачистите их, зачистите. Зачистили. Стену, пацаны, нам надо как-то прорваться до туда, потому что мы тут отсюда просто не выйдем. Не надо было сюда заходить. Мне кажется, нужно просто подождать, когда их меньше станет. Тогда только нападать на нас меньше стало, пацаны. На одного азиата. Ты? Давай в два угла станем. Ты в тот иди, я в этот. Перекрёстный огонь. Мне надо установить мину. Нихера себе, ты взял РПГ. Мне надо установить мину, взял РПГ. Ну я с этим выбором оружия в халфе вообще не справляюсь. Для меня халфа это слишком сложная игра. Ну конечно, притащил свой шкаф. Это он убил им? Убейте манхака! Это мне один с хп меня убьют. А, блядь. Ну? Что теперь? У тебя 13 здоровья, осторожно, Скар. Знаю. А у тебя 6, Сашок. Да я знаю. Понятно, что делать. Понятно, все. Давай, 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 уходи, они сейчас придут. Я появлюсь. Угу, я сам иду. Так, граната. Мины ставь. На. На. Какое ядро? Мятеж, мятеж, мятеж. Он падеж, падеж. Падеж? Пойдешь? Людок беложопый. Пердешь? Голдёж? Какие еще слова на ёж? Ёж? Зож? Так, надо аккуратно. Короче, у меня... Магёж? Зож не считается, это ож. Магёж? Так, надо вот эту штуку выстрелить туда. Ого. Ну шо ты, метки? Да я туда. Для Продена? Вот это сейчас обидно было, да? Нет, так я промазал, я думал, это троллинг был. Пацаны, их там не очень много. Ну, мы... Не очень? Я умер. Дайте. Да они там умирают. Стойте. И с краев до бесконечности убегают, пока мы не перекроем ворота, видимо. Да какое так ядро? Там... Ну а как мы пройдем? Да, прямо у нее за спиной там херня такая летает. Ее надо гравипушкой выбить. Ай, 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 ай. Нет, ну как? Это слишком тяжело. Я побежал. У меня слишком чувствительная мышка. Я почти побежал. Почти блин, добежал. Не успел. Тоже почти добежал. Сашок, сиди там и не выходи. Блин, да почему они бесконечные? Они сейчас придут, надо убегать. Да они придут, они там тупят, к Алекс бегут. Почему-то, не знаю почему. Алекс, она должна стрелять, она должна убивать. Она не убивает. Не надо. А мы ты должны вытащить ядро. Ты что сделал? Мина. Это было вообще... Костюмчик мой. О, мой размерчик. Я не понимаю, почему мина убила меня, но не убивает вас. Они все бегут к этому ядру. Ну, я про что и говорю. Это уже хорошо, потому что они бегут к нам. Нам они не бегут. Не хотят. Давай вот так вот по углам. Может, так долбануть? Патрон кончился. А у меня здоровья мало. Где это? Сука. Я умер. Ай, 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 ай. Все умерли? Живи! 8 хп. Блин, нихера, они прям там. Ты так упал. Против них мансить не работает. Ребята, вся серия будет в этом заключаться, но мы это сделаем. Нам просто надо все вместе побежать и зачищать. We do it. Наверное.
А мы тупим. Ну побежали сейчас. Пока нет, сейчас, не так сейчас много. Здесь... Ага. Наоборот, опа, сейчас, когда... привет. Когда выйдут элитники, мы элитников убиваем, а потом начинает все успокаиваться, они начинают бежать к ядру. Шкаф. Да я шкафом хлопну кого-нибудь. Это а ты поставил, чтобы мы через него стреляли. Мне вот это сломают, все равно не нужен будет. Нет, это было глупо. Нет-не-не, не ломайте комоды. Не, ой, я только стол сломал, он бесполезный. А. Ясно, 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 ясно. 96 здоровья, ясно, 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 ясно. Ну а чё? Вот у Сашка, ладно, у него двойка. Я предостерегаюсь. Скоро элитники пойдут. Пошли, пошли, так, пошли, пошли. Нет, стойте, стойте, сначала встречаем элитников. Я одного убил, там еще один. Когда тактика. Они начнут бежать до всё, ядра... А, всё, двое убитые, двое убитые. Короче, когда мы всех зачистим, они начнут по одному... Три такие болта пролетели. Причем я не стрелял. А как ты выжил гранату? Да бляха, муха, застрял в заборе по стене. Скарт, уходи, уходи, уходи. Да нормас. Оба мертвы. Мои обои мертвы? Что значит нормас? Уходи, я сказал. 20. Я говорю нормас. А, я один. Чего ты сразу не сказал? Ну ведь я сказал. Я-то думал, ты жив. Мы оба мертвы. Короче, пацаны, сейчас тактика такая. Сейчас мы их зачищаем чуть-чуть, и они будут всего по два комбайна выбегать слева и справа. Ни хрена. Давайте вы стреляйте, а я не буду мешать. Блин, патроны кончились. Два хпшечка. Их мало, их мало. Или короче, они по двое выбегают. Они по двое выбегают. И еще там штуки 2-3 тусуют. Тусуют колоду. Бля, ну они снайперы, пиздец. Гвоздец. Че, пробегать будем? Нет, я назад убил, у меня 12 хп. Слушайте, а вот эта пушка их убивает очень быстро. Ну не совсем. Я бы не был так уверен. Она то попадает, то нет. Мне кажется, надо было там сидеть. Нет! Нет! Там нет! Мохнатка пролетела. Махну. Ставь, только не взрывайся. Да ты, сука, ставь же ты мин. Все, сейчас. Теперь ты не выйдешь. Тихо, тихо, не беги. Не беги, уйди, 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 тебя взрывом убьет. Они уже идут? Нет, просто тебя взрывом убьет. Вот тебя убьет, кстати говоря. Проползай. О! Все было установлено по плану. А. В панике. Почему у меня летят два болта, когда я пускаю один? Один вверх, один вниз. Да, это, кстати, тоже что? Бывает. Как лаги. Это маги, это лагия. Пацаны, я пробежал. Все, все, я сделал. Ура! Ура! Беги туда теперь, беги туда! Живи, нет, стой, сиди, сзади, вперед! Почему не сказать, что вы оба мертвы? Мы оба мертвы. Может сейчас сейвпоинт будет не отсюда? Твою! За что? Болты я оставлю, болты, я в арбалет. Короче, пацаны, там справа есть небольшой подъездик, может оттуда как-нибудь втопить, когда их мало будет. Не да сейчас, не сейчас. Прямо... Сашок, не вот сейчас. Бежать. Сначала отбиваемся, сначала отбиваемся. Я понял. О, как ты сделал это, Скарт? Я просто пробежал. Тебя есть, даже никто кстати, не да, стал... Скарт пусть там сидит, а мы будем их приманивать сюда. Своими телами. У-ху-ху-ху, нихера себе! Их там справа штук 6, наверное, 5 стояло. Ну что ты умираешь? Скарт, если тебе плохо, ты ори. Тебе идет, да, я пытался. Не забывай подлечиваться от этих штучек. От каких штучек? Там у него это... А? Все, я бью. Долбанул. Там элитники. Один элитник живой. А, сука, беги, 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 беги. Не беги, нет, назад. Не беги, Скарт умер, я тоже. Беги, оу, а ему что, болт? Тихо, там парень. Он в тебя стрелял, ты херню. Кидай. Еще кидай. Он обосрался.
Ого. Где? Мой район. Дикий элитник. Он реально стрелял меня подвесной? О, я умер. Там их просто... Что? Охранище, Дэн, беги, беги, беги! Граната. Живи! Не пытайся... О. Там их человек 500. Тебе 40 хп. 50. Окей. Акула. Твой живот болит. Вот видишь, два раза бежит. Попал в живот. Граната! Нет, не попал первый раз. Вот она так. Нас ждет, нам нужно бежать. Так, энергия, энергия подкапливается. Я побежал. Че? Давай, я тоже. Я умер. Топите, топите, пацаны. Маневрируйте, маневрируйте. Да. О. Да. Ха-ха, мы это сделали. Наконец-то. Поздравляшки. Так, вот это жесть, пацаны, прям вот. Хард-хард вообще. Боль. Зарешали. Чё, разведать? Мы затащили игру. Ага. Мы чемпионы вообще. Кто тут красавчик? Рифмы. Тут красавчики. Говно. О, я нашел проход. Бункер. Черный рэпер у нас ни о чем. У нас будет этот белый рэпер. Азиат-рэпер. Эй, рэпер. Точно, я же азиат-рэпер. Фух, мы сделали выпуск. Кстати, да, у азиатов есть рэперы, наверное, же есть. Естественно. Французский рэп же есть. Ну, французский рэп, по-моему, даже норм. Я что-то слушал когда-то. Такой. Самый вам не русский рэп. А потому что я купил сок, оказался на сок. На столе лежал палец. Только зачитал. Я не пел. Ну, я обдано. Я просто сказал в рифму. Подожди, игра сломалась, да? Нет. А, нет. Нормально все. Да, сломалась. Рвай нахрен эту дверь. А чё, как? Спасибо. Вот тут что-то нужно сломать. Да, а, здесь нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. По одному забрали. У меня 15% здоровья. Я понял. Да. Нужно просто залезть на фея. На вея. Нет. Да, надо... моя мысль наверх. Дополния. Наверх. Я люстру схватил. Гвоздец запилил меня этой тварью. И довольный полез в свою дыру. Естественно, все это было. Я хотел вас обоих убить этими штуками. Кровище. Мозгище. Я все про тебя знаю. А что, если я пройду сюда? А, это обратно. Так, короче. Тут нет никаких секреток, а тут, наверное, что-то имеется. Ну ползи ты. Че это такое, манхаки? А че, закрыто? Просто, наверное, для ништячков. Альянс поднимает тревогу. Вон они, у Сашка. Они внизу, он да. Он зомби где-то нашел. В натуре. Во, они сверху. А, эй, откуда? Блин, внизу, на говорит. Белом фоне. Они наверху, кстати, они внизу, я ошибся. Меня там уже чуть не убили, но они наверху. Сейчас будет паркур. Паркур. Так. Опа. Я сделал 4 выстрела, убил троих. Один промах. Нормально. Блин, тут настройки этого прицела нет, что ли? Паркур. Паркур. Да, вот прицел бы изменить. Мне прицел не нравится вообще. Да, мне я хочу цвет ему поменять, потому что белый сливается на белом фоне, ни хрена не видно. А такой даже нельзя поставить только. По-моему, Half-Life Deathmatch можно было. Но в нем мне что-то запомнилось, что у меня зеленый стоял. Ну, пираты с дробовика прибить не можешь. Да капец, я в него два раза попал и два ты переградил выстрел. Blackhead Crab. О, секретик. Туда явно можно спуститься. Секретик. Ой, ой, пацаны. Ой, лестница. Нет, это моё. Обшмонал секретик. Так. А я залез наверх. У меня села батарейка. Так, чё нам? Я куда? Упал. Ну там я не вниз. Нет! А во, всё, нашёл. Куда нам? Нет, я не нашёл. Нам я... вон туда, наверх. Короче, хер с ним. Вот, эту штуку надо. Психанул. Какую штуку? Чё ты нашёл? Всё, я открыл. Отчаяние. Я почти открыл. Всё, открыл. Спасибо. Отлично, парни, молодцы.
Будь я рядом, я бы вами гордился. Ты гордишься нами с небес. Зарешал от крабов. Барнакал. Ни хрена ты дуэль. Ну. Туда музычка из Mortal Kombat. Mortal Kombat ставлю. Mortal Kombat. Да. Не слышал? Не? Ну, Fight. Да. А ну-ка. Ну-ка сдохни. Как его убить? Зубы сейчас сюда. Валится! Ну-ху. Слушай, у нас, по-моему, револьвер реально стал стрелять по два снаряда. Не говори спасибо. У меня живот. Да, и собрал все мои здоровишки, ну вообще. Так иди, подлечу. Да, на. Здоровишки. На, шо? Слушайте, на каком языке я говорю вообще? На славянском, на гопниковском, в скамском. Вниз прыгаем, прыгаем. Прыгаем. Да я уже здесь все обшмалил, пацаны. А, да, тут нет прохода, нифига, тут весь, да. Тут две секретки были. Я тебе скажу дальше, там можно пройти. Тут еще есть секретки. Патрончики. Я там все секретки обшмонал. А, ну, наверное, просто у тебя полный боезапас был. Там мне не нужны патрончики, я настолько... Я с детства никогда пиздулей не боялся. Ходил, улыбался, нормально развивался. Я встречался с ней, с милой девушкой моей. Но однажды ее парень надавал мне пизду. Лей-лей-лей, надавал мне пизду, лей. Ходил всю зиму, синей жить мне стало веселей. Лей-лей-лей, надавал мне пизду, лей. Всю зиму ходила, синей жить мне стало веселей. Всю зиму таю. Ты все это время эту песенку учил, да, наверное? Нет, я один раз послушал, я ее запомнил. Видишь? Надо вместо вот этого вот лестница! Это путь наверх. Говорит, звездюлей надавал. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот это затуп. Куда идти? Нет, а куда идти? Ой, я что-то нашел. Я уже тут в рычаги запускаю. Я, кажется, тебе пришел. Я, кажется, пришел. Откуда? Да, я пришел к тебе. Сверху! Нихера себе, в натуре тут дырка. На тебе в очко. Сейчас. Очко немножко не попало. Нет, очко немножко не убило. А как ты тут наверх пролез? А вот. Подавляю, ребята, подавляю его. Все, подавили меня. Ты умер, знаешь, что делать, все в порядке. А, я тоже умер. Так, о, вот, это, вот это вот сюда, вот это. Вот. Ой, это вот. Сиди, сиди, вот это вот сюда. Да, вот так вот, вот так вот, молодец, все, сиди тихо, тихо, ниже травы там, я не знаю, тише мыши. Разобрались. А куда, как? Ну, смотрите и учитесь, пацаны. Я просто... Всему вас вот учить надо. Вообще, подаван. Специально здесь тут мы были подаваны. Дощечки, я их сломал, чтобы вы не могли подняться. Но я не рассчитывал на то, что я тоже окажусь снизу. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. С какой с гордостью ты сказал? Ты видишь, что я сделал? Я открыл путь. Я сломал что-то. Я умираю, меня кто-то стреляет. Я сейчас найду эту тварь. Так что... Ты умру с ним за компанию, да? Я довольно-таки хороший подаван. Подаван? Подаван. Убиван. Наркоман. Так, и что нам с этим делать, с этой нам фирмой? Нужно туда прийти. Я, наверное, уже спрашивал, но я уже забыл. Кто-нибудь из вас смотрел «Звездные войны»? Естественно. Естественно. Один из моих любимых фильмов. Я вообще ни разу не смотрел ни один эпизод. Раз в миллион пересматривал. Я который новенький смотрел, а старенький нет. Я смотрел только эпизод, где какой-то мальчик в пустыне гонял на гонках странных. Это третий, если не ошибаюсь. Нет, это вторая. И очень только нет. Вот этот эпизод смотрел. И еще смотрел эпизод, отрывок фильма работает. Про какого-то червяка толстого. Че делать? Я жду, пока вы включите. Ничего. Да, она не работает, рычаг сломался. Мы что-то делаем не так. Может, питание не включено? О, может, вот так вот. Рука. Тяжело, наверное, подать сюда как-то. Электричество. Или, может быть, игра сломалась опять? Не исключаю.
Вот, кстати, вот этот получше звучит. Ну, в смысле, более похоже. Более правдоподобно, да? Да. Ни хрена себе! Тебя можно шмонать? Опа. Короче, нас должна... У меня лестница есть, а нет, нет, нет. Да, сука, прыгай. Короче, у нас должно что-то произойти. Произойти, но ничего не происходит. Держи дверь. Здесь будет дверь. Где дверь? Хер на дверь. Надо вот это будет ускорить, потому что это... Вот это вот. Че бы я делал, если я был... Может, надо... Half-Life'ом. Так, мы стояли втроём. Васт, по-моему, перезапускает уровень, да. Я угадал. Что-то он притих подозрительно. Да я не перезапускаю уровень. Я запускаю следующий. Это уровень запускается сам, так что... Вспышка не сработала. Вообще-то люди в комментариях ругаются, что мы пропускаем сюжет. Ну мы не виноваты, ну что поделать. Это все халфа. У нас проблемы, пацаны. Снайпера. Кемперы вражеские. Я так понимаю, им нужно гранату закинуть? Нет, они не умирают. Только... Есть, я пока... Горшок, стреляем, горшок! Ни хрена им не было. Там справа еще снайпер. Ой, там еще... Еще... Блин, я хотел с нее стрелять уже. Вот туда. Давай я тоже. Теперь туда. Оп. Оу. Чувак стоит такой. Нам это дурак. Блин, капец, тут такое помещение. Кстати, здесь, по-моему, будет много зомби, да? Хер его знает. В рот прям попал. Хэткрабу. Дробовиком. А, точно, здесь кому будет помочь? Лифт, который нужно... Кому-то помочь будет... надо. Заряжать. По-моему, он наверху. А где он? Он наверху и думает, что мы... Воу! Чё это у тебя? Ну, зомби, привет. Тут ещё и сзади. Я помню, играл в какой-то эпизод Half-Life, блин, когда там нужно ждать лифт, когда он приедет. Да, и там много-много зомби. И там много зомби, блин, как тогда страшно было. Да, очень страшно и очень круто. Я пройти не мог. Ах ты... По-моему, долго парился. А разве это было не с муравьями, не с Антонами? Не-не-не. Нет. Там еще Алекс умер, типа, поранили, ее лечили. Не-не-не. Синхронно, что ли, стреляли? Слушай, сколько тут зомби? Ой, в смысле, снайперов? Пацаны, а где вы и куда идти? Да вот тут мы. Гранатка. О, кажется, мы поменялись ролями. О, да. Ты туда кинул. Ё-моё. Я просто лестницу на третий этаж не могу найти. Ау, комбайн, снайпер. Их надо гранатками взрывать, там гранаты лежат там. Пацаны, куда идти, ёпты? Куда? Вверх, по лестнице. Так, дверь закрыта с лестницей. Ну, так... А, о, ё-моё. Всё нормально, пацаны. Чёрт, ты слышал? Чёрт. К нему граната залетела, он такой, чёрт. Не попал. А вот сейчас... Сейчас тут. А, это минки, это мне. Слушай, это карта десматча, по-моему, есть. Я не уверен, но, по-моему, да. Еще двоих снайперов минус. Да как так-то, блин? Я... Да где шо? Они еще? Где снайпера? Да вон я уже кинул. Черт. Не взорвался. Господи, что тянуть-то, блин? Не могу. А что это? Какой-то читер. По-моему, этот снайпер нас немножко побеждает, да? Ох ты, сука! Все, я кинул к нему. Бабах. Отлично. О, ништячки. Я куда-то нашел проход. Это мы оттуда пришли вообще-то. Просто идет по улице. Ну так и проход есть. По улице. Мы оттуда пришли и... Там уровень начался. Под открытым небом, он говорит, я нашел проход. Ну, где там улица? Так, ладно. О, что-то просто... либо должно что-то произойти, либо что-то не происходит. Мне кажется, сейчас мы не туда идем. Сейчас все произойдет. А, тут еще выше есть подъем. И ниже есть, кстати. Там внизу мы уже были. Меня залагало. О, Барни, я нашел Барни. Какой Барни? Медвежонок? Да, медвежонок Барни. Жрани его.
Барни, я помню Барни. Гордон? А ты, а что, он снайперку дал, нет? А что значит этот значок 75%? Видите его? О, как ты гранату шикарно кинул. Вообще мастерство. Где? Где стоп? Урона в земле застрял. О, видишь? Тебя бьют. Да я вижу. Ты тоже пистолет стрелял? Угу. Я избавил ворону от страданий. А, это же тот Барни, точно, я забыл про него. Там возле Барни снайперы вообще простреливают по жести. Я туда хотел пройти. Как Кроу, ты убил Кроу. Убил ворону, она мучилась. Ворона. Тихо, там снайпер. Назад, назад, сиди там, пока мы не появимся. Че это? Не вздумай выходить. О, я увидел. Не попал, лох. Да, давай, о, давай, давай, правильно. Ты сватовец со щитом, все, убили. Убили. Я батя вождения, батя гранат. Не выдумай. Ты не батя. Эй. Ты батя, который думает, что он батя. Да, я и есть батя. Скорее, вот Сникерс не. Тот Барри, он такой брутальный, типа, но он... Барри? Я думаю, Барри, это Барни. Да. Барри, это Барри. Это сокращенно от Барнакл. Что ты делал в баре? Мне знакомого. Так, вот это вот. Звали Барри. Идите. Я говорю, уйдите. Я говорю, уйди. Биби. Кто? Спасибо. Убирайся отсюда. Мозгосос и Гордон. Кто такие мозгососы? О чем он говорит? Хэдкрабы. Хэдкрабы. Хэдкрабы? Ну ведь хэдкрабы. Ладно. Хэдкрабы, они же... Без хэдкраба-то не живет, так что мозгом становится... Так что мозгом становится хэдкраб. Слушай, у меня что-то сломалось, и оружие не берется. Да, кстати. Да, тоже была ситуация такая, сука. Эй! У вас работает или нет? Да. Нет. Не работал. Не умер. У меня торчит револьвер, но он не работает. Ты а ничего так... не держишь. Посмотрите на этот взгляд. Ты просто обреченный. О, все, заработал. Да, заработал. Стрельните. Барней. Стрельни. Тогда я тоже пойду сдохну. Заработал. А ты подбери пушку какую-нибудь. Слушай, точно. А у меня ничего нету, кроме пушки. Ну это как тогда, помнишь, у нас баг был? Поню. Ой, поню. Помню. Поню. Я люблю поню. Это не доктор. Сейчас придет Барни и откроет. Ой, ни хрена. Смотри. Надо их убить. Убить. Арбалет. Зачем на них тратить вообще? Одного убил. Одного меньше. Стекла сломались. Барри думает, что мы незаметные, но на самом деле мы стреляем в них. Пум. 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 Это Капитолий. Капиталий. Капикалий. Я что, без одежды повстанца, да? Я как гражданский одет? Не, слушай, не, раньше ты, вот ты эта в местность одежде. Вся оказалась... А ты застрял. Ты меня запер, падла. Теперь пустовато все. Крой. Дай проход. Мне надо сдохнуть, чтобы у меня снаряжение все появилось. Так, да, нас заметили, но выпусти меня. Ты что сейчас было? Все, я сдох. Ну пройди. Пройди! Ты его раб теперь. Ну уйди! Ты говори! Кинь гранату под себя. Да я напишу килл в консоли. Мамочки! И он ушел! Я только написал килл. Сейчас какой-то луч прилетел в эту машину. Так это... Слушай, я чего с цеца дали? А, тут минометный обстрел, я вспомнил. Вон, бегите. По-моему, в тут тебя нельзя нет. Нигде оставаться надолго. Это борьба болтать. С открытиями, с перекатами. Да, почти. Ну, благо, нахрена, что у вас, то у меня, то еще в кого-нибудь, то хорошо. Ого. Мама. Так, кажется, атомный взрыв был. Black Hawk down. Так, а куда здесь? Что-то не вижу. О, Барри, пригнулся. Сейчас он что-то откроет нам. Я пролез. Вау, я не успел. Оба? Оба. Да. Но мы вдвоем прям под луч забежали, как лошары.
Ну ты лучше под нас зашел, я бы сказал. Да, лучше под вас. Что этот нигер себе позволяет? Че, вы все? Все, да, все, отдыхаем. Появились, все. Серию, давай серию завершать. Все, теперь появились. Не уйду, мой дорогой. Вау, твою мать. Там же. Это было эпи... Сука. Это было эпи... Сука. Заходи, заходи, заходи. Ой. Нет, уходи, уходи. Барри, давай. В стену, два болта. Слушай, Барри. Чтобы, короче, не умереть, надо ходить рядом с Барри. А, он Барри, а не Барри. О, птичка, птичка. Дурацкое имя. Какое? Барни. Нормальное имя, шо ты? Барни. Шо тяжелого? Шо? Барри круче. Все, надо выключать жаргон хохла. Рука. Давно пора. Воу. Приземлилось что-то. Моя с кем с нами? Ты чего его убил? Пленника застрелил, нихера угада. Ну, ублюдище, засранище, сдохни. Мы бы могли их освободить. Сдохнуть ему мало. Кто говорит? Не хочу тебя слышать, говорящий. Это этот, злодей. А, мужик старый. Воу. Их там миллион. Я пытался отступить, но не смог. Там элитные их три штуки. Подожди, я... Ты... Что со мной? Вы умерли. Нет, ты не умер. Меня куда-то телепортировал. Значит, берем пушку инопланетную. Берем пушку инопланетную, они появляются. О, я сломался, я понял, я не могу стрелять. Тебе надо умереть. Я уже занимаюсь этим. Я отвлекаю их. Все, отвлек. Эй, только одного убил. Закрой дверь. Закрой дверь. Не закрывается? Сиди. Yeah. Там есть окно, сквозь окно можно стрелять. Да. Они тоже могут. Пострелял? Все хорошо. Надо было довериться Барри, он бы все бы зачистил. Слушай, у меня затупило снаряжение, у меня нет ни снайперки, ничего. А что, есть снайперка? Ой, в смысле арбалет. У меня только монтировка, пистолет и автомат. Все. Что пугаешь-то? Ты прибыл в начало игры. Почему у меня нет снаряжения никакого? Так вот, я бы не советовал тебе туда идти. А-а-а, встретил. У меня просто опять заломалось. Барни, иди. Твоя работа. Да, подожди нас. Не высовывайся. Разложи мины здесь, там что-нибудь такое сделай. Я вот так вот сделаю. Так. Сейчас может воскресенье. Что, она не убил, что ли? Не попал ты ни в кого. Ты лучше у окна не тусуй. Все, появился, все в порядке. Так как она? Я думал, она сама работает. Дигу. Ой. Да, я заработал. Якорь. Да. А у меня болты кончились. Я мимо стреляю. Да, в старые времена. В Black Mesa-то, а? Помнишь, что было? А? Тёлочек, помнишь, сколько было? Не помню. А, алкаш странный. Так, слушайте, у нас серьезные проблемы. Я погиб. Да не, смертью. Не серьезные. Там и мало осталось, они три человека двигаются к вам. Один в проходе стоит. Воу-воу-воу, там прямо вот за двери. Ого. Ого, элитный. Умереть. Дай, мадафакер. Все. Мазав. Всех убили? Да. Ура! Ура! Это им. Добби был свободен. Добби свободен. А что дальше? Смотрите, погибший повстанец. Это, кстати, я, по-моему. Нет, это не я. Умри. Нет, это ты. Так пустовато, да? Внешний вид, как у тебя. Раньше здесь все казалось таким крутым. Ой-ой-ой-ой-ой. Воу! Беги! Ты куда бежать-то? Да кто-то появился. Барни. Интересно, для Барни. А что-то Барни, по-моему, под Дэвис. Да стой ты, идиот. Да ему пофигу, он слушает. Я кот слышу. Слушает итальянский. О, вот стаделька. Прикольно. Да, мы скоро там будем. Мы туда движемся. Сквозь сити 18+. Это уже 23+. Я слышу их переговоры где-то. Я тоже слышу. Я вот вижу провод.
Парни, кстати, побежал. Я вижу проход. Провод, так вот сюда, вот сюда. Нет, провод не вижу. Просто нам нужно сюда пройти. Да, а, вон он, провод, в смысле, не вижу. Так я его не видел. Надо гранату кинуть. Ты его просто пробил. Че ты сделал? У меня 20, 20 хп, я возьму. Я возьму. Сейчас что-то будет. О, будет офис. Загрузка. Это офисы. Офис. Офис, в смысле, я к вашим услугам. Это карта из контры офис. Сейчас мы на ней будем бегать месяцы, там будут, короче, террористы, контртеррористы. Уже. Видно. Можно я постреляю? Тем более у меня игра что-то зависла, вылетела. Ноу. Ну да. Всем пока, ребята. Покедва. Вам было интересно.